Добрый день, мои дорогие друзья, любители видеоигр, это Алекс, и мы по-прежнему играем в Borderlands 2 вместе с нашей дружной, веселой компанией Безбашенной. Ну, у нас не сколько игра происходит, сколько ищем лут, короче. Хэштег ищем лут. Хэштег ищем лут. Говорит по поиску лута у нас мира сегодня. И постоянно. Нам со Слейтом просто бегаем и... Да. Куда? Так, у нас сейчас, кстати, серия на расслабоне, потому что стрельбы тут пока будет немного, мы сейчас будем бегать по городу и... О, у меня желтенькие восклицательные знаки, всех? Тут есть казино. И там тут какие-то мужики... А, казино есть? Да, тут есть казино. Да, о! Чикомат. Нам его мочить? Так, поговори с городским... Ой, я нечаянно... Да, турник. Зачем ты дорогой? Я нечаянно... Да, понял. Что интересного, лут есть? О, шкафчики мои. Да ёлки-моталки, а? Меня уже достали. О, коробка. А я не могу это взять, у меня уже некуда, видимо. А, кстати. А, нет, не кстати. Да по поводу магазина? Нет, стопэ. Надо, может быть, есть у нас много чего лишнего. Кому хороший автомат? Даже два. Давай, у меня просто дерьмецо какое-то место. Даю два хороших автомата. Где ты? Хорошие руки. Прям совсем хороших, да? Хорошо. Я взял? Выкинул такой. Остальное все что-то говнец. Я что-то взял и выкинул, наверное, старый. Я, наверное, какой-то выкинул, а этот взял. Ну, бывает. Ну, да. Типа того. Так, а мы все должны ходить... А, вот, и щит еще один. Че, мы должны, да, сейчас по квестам, тут их много просто. По восклицательным знакам, так, а может быть, каждый свой квест будет выполнять, или так не получится? Ядрить, а, это винтовка, что ли? Давайте все обойдем-ка это самое, эти квесты в группе. Ну, а что нам по одному-то разделяться? Так, это будет неинтересно. Я в плане того, что просто скучно будет. Да, это будет быстрее. Но это в любом случае будет. Ну да, будем бегать, все равно это не особо весело. Ламповая серия у нас сегодня. Спокойно, такая, знаете, нам. О, я магазин нашел! Ребят, у нас квест по казино, идемте. Чего? Мы же какой-то выполняем сейчас квест. Да, я их сейчас подбираю все. Надо восклицательные знаки все подобрать, а потом уже выбирать квесты. Правильно, правильно. Ой, я застряла в двери. У меня гранатомет, кстати. Текстеры, я сыграю в казино один разочек. Ни хрена, я куда прибежал? О, Илья, слышь? О, Илья. Ни хрена ты играешь? Ну-ка. Я просрал. Блин, это дорого, я сейчас сиденье. Илья. А-а. Я нашел перестройку персонажа. О, да, кстати, есть точно. Да-да-да. Точно, ну-ка. А что-нибудь новенькое сделали? Оставить чаевые 100 баксов? Да ты что, гонишь, что ли? Так, ладно, нам надо тут, видимо, что-то сделать, да? По квесту там надо... Нет, все, тебе надо выбирать квест, кто у нас главный, Мира, пусть Мира выбирает. Да, Мира, давай. Илья, у нас есть активный. Мира тут застопорилась со своей ручкой. Дайте кто-нибудь. Давай, Мира. Да. Кто там рядом? Она переодевается, подожди, я даже наблюдаю за этим. Вот всегда, сейчас будем ждать, пока девушка переоденется. Да уж не наверное. А я что, я переоделась, посмотри. Я другая? Я в розовом теперь? Ну ты в розовых этих, как леггинс. Да, я теперь в розовой одежде, да? Ну, типа того. Уей, я теперь розовенькая. А я черный, но я не расист. Ладно, что мне тут уже было сделать-то? Давай, Мира, ты давай, ты главная здесь. Куда главная? А что делать? Ну, у тебя же короткий квест на этого. Ой, нет. О, я бегу к вам. Даже скажу, какой у меня что же написано. Блин, офигенно. Я тут. И чего за квест? Здесь? Получается, план Б. Пожарить девушку. О, вижу. У меня что-то было написано. Получить так, награду. Метр помочь скутерам с плана Б. О, принять. Мне новый уровень дать, посмотри. Принять. Все. Там смысл в чем? Там те, которые с гайками, по-моему, побочные, насколько я помню. А там, где значок игры, значит, основные. Ну... Я не знаю, что я делаю, я просто... Что делать-то теперь? Давайте вот это взорвем. А я нашел... Я нашел железяку. О, она уехала. Задание у меня какой-то выполнено. Пистолет. У меня пистолет какой-то этот. Крутой. Все, смотрите, задание выполнено, коррозия. Вставить первый аккумулятор, принять. Помочь. Еще подействовать шлаком. На теперь у вас есть шлаковые стихии. А, оружие. Он оружие показывает, какое вообще. А, нужно оружием бить специальным. Да, вот я а тоже. А где оно? А, вот это? Париж. Париж. Все, задание выполнено. Квест, а? Окей. А, шикарный квест. Статут, кстати, потом по прохождению мы потом сможем открыть тот сайт. Ящик. И ну, естественно, мы все откроем, потратим на него ключ, а заберет все мира, но это не важно. Ну, тогда меня вперед пропускайте. Ну, тогда ты потратишь свой ключ. А что вы тут делаете? Вам тут весело? Да, ничего, Ля, все хорошо. Дверь закрылась. Он ушел. Я хотела за ним зайти. Ну, а за ним ты не зайдешь, он уже отвалил. Так, ну что, ладно, выходим. У него ничего хорошего нету, так что погнали. У него в основном винтовка, дробовик. О, магазинчик, да, кстати. Тут все миссии. А, магазин, да, ну-ка. Мне надо патрончики. Ой, я что-то вставил.
Да? И чё, как? Не расскажу, что и куда, это слишком интимные вещи. Жалко. Я-то понадеялся, ты мне расскажешь. Вообще, скажешь, надо еще куда-то что-то вставить. Подожди, сейчас я вам расскажу. Да, надо еще куда-то что-то вставить. Сейчас еще вставил. Слушай, я могу тоже, у меня хорошо получается. Ну, иди сюда. А, тут же можно новые слоты появились. Кстати, да, возможно, там потом будет апгрейд. И все-таки так и не нашел, типа, покупать. Ой, задание выполнено, нужно выбрать что-то. Вот он нужен. Болючий выбор. Дробовик, либо... Сейчас, скорее всего, будет опять катсцена, поэтому прошу прощения. Нет. Я нашел улучшение, ребят, ура. Улучшение, так, да. Ой, они стоят евро, а эти евро... Блин. Чего? У меня улучшение... только 5 евро. Улучшение для штурмовых винтовок. Мне что-то, конечно, жалко. Недостаточно средств, а у меня денег нету. Я улучшение для бизнеса. Я штурмовых винтовок одно. Все. Я не знал, что они, кстати, стоят этих денег. Это блин, дорого. Вы будете что-то покупать? Все, у меня уже я продаюсь. Я даже... Ты неправильно это формулируешь. Сейчас что-то... А почему все трясется? Что вы там сделали? Да мы тут вставляем просто. Да? Да. Мы все вставили, тут все затряслось и что-то... Ой-ой-ой-ой. А, что-то не заработал, нужен какой-то план. Так отсюда выйти? Я тут, блин, прибежал, они уже все вставили. Ну, блин, я долго вставлял, и всех звал тут. Слушай, все, что могли, все вставили. Пока мира продавалась, мы вставляли. Ладно, я бегу к вам, вы еще не все вроде вставили. Ну ладно. Я тебя пропустил, что надо было взять. Я что-то не нажал. Во. Все, и теперь сюда. А, заходим, гости. Заходим. Быстрее, лут. Где? Лут. Мой, ой, ух ты, кукла крутая. Лут. Берем. Ай, я застряла. Уже некуда. О! Кто захапал какую-то... Евро. Я тоже евро нашла. Твою мать, я что-то нажал. А, как, блин, какой-то рычаг, а он что, он не открывает дверь. Не открывает дверь. Блин, о, опять здесь открывает. Появилась. Чего сейчас там сцена будет. Подожди, ко мне какая-то тёлка пришла. Я что-то забрала, я какой-то забрала рюкзак. Подождите, калифская тёлка пришла, сейчас серию надо остановить. Я что-то крутое забрала. Пойду два квеста подберу. Давай, иди. Есть отрицательные знаки, его пока там эти основные выполнять. А что на этой? Я новый слот взял. Новый слот для оружия взяла. Я какой-то щит подобрал. Уровень 7. Не, ну по бочке, я думаю, выполнять не будем, а то мы тут с вами протопчем. Да, я тоже так. Я не знаю, что здесь побочка, что нет. А, смотри, там где. Сюда? А, открой окно с квестами. А как его открыть, Джей? Да тап или там, неважно, потом ключи. М открывается карта. Квест. Вот. И нет. Первая вкладка наверху, там где тромбик этот. И вон у тебя список всех квестов. Ну, и вижу, да. Там, где гаечки, это побочные, там, где иконка Borderlands, это основной. То есть у нас основная охота на огненного ястреба. А, все, поняла. Окей. Мне кажется, понял, почему многие модели сейчас до конца не прошли, мы проходили гайки. Давай. Ну погнали тогда, что как. Ух ты, тут еще что-то открыло. Какой левел у этого? 8-й. А, нормально нам как раз. Мы все 8-й. Мы все 8-й, да, и квест 8-го основной. Я пошел, а можете оставаться здесь. Я в магазине был. Как открыть? Я хочу зайти туда. Вы оставайтесь там, я потом вас сейчас телепортну в другую локацию, как наглый человек. Слушай, ты телепортатор. Я умею. Слушай, я быстрее тебя буду. Эй, че быстрее? Я лутался. Эй, тебя погнал. Я сказал, что я всех телепортный, в итоге все, кроме Мира, бегут со мной. Мир это... Нам интересно, что ты будешь делать. Мне лично любопытно. Я через любопытство просто побежал. Ребят, телепортируемся. Добро, простите, у тебя нет времени на покупки. 3, 2, 1, пока. Может, это... Сейчас по карте посмотрю. Надо машинку взять. Ай, что я нажал? Ух ты, там враги, народ. Вот это капитан очевидность. Тут что-то как-то опасно. Посуху, если можно. О, да, спасибо. Да. А вы куда-то вы уже едете? А, вы на них едете? Помогаю. Ну, ладно. Так, давайте обход сделаем. А я буду постоянно появляться после каждой телепортации, насколько я помню. А лут каждый раз появляется? Лут, кстати, вот этого я не помню. Так, я сел в тачку. Мир, за тобой поехал твой водитель. Давай, сейчас я заберу лишнее. Давайте за проезд. Кто крайний? Давай, ну. Разменяйте. Все, погнали. Ну? А как же твоя железяка? Она за тобой полетит, а она сдохла. Как сдохла? Нет, она там взорвалась, что ты сделал. Я не знаю, куда я еду, надеюсь, правильно. Ну, я тоже надеюсь.
Ай! Зачем ты нас в дерево впилил? Блин, сверни, нет, неправильно, назад. Ты нас в фикус вставил. Мы неправильно едем, да? Вот вам налево, 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 вам, а нам нет. Сверни, ты за ними. А потом направо. Правее держите чуть-чуть. Правее, вот так, правее, что ли? Вот так? Правее, вот там будет ворот направо. Вот есть, вот есть. Опа, да, сюда. А, есть, да, реально. А так вы и не видно было совсем. Ой-ой-ой, война. Ай-яй-яй, прыгай. Ох, какое ускорение-то, а. Вот ты вообще прям. Видал, да, как я? Да-да, прям форсаж. Осторожно. Воу-воу, нормально все, едем, пока внимание не обращай. А, ну, да, едем, отлично едем. Это хорошо, мы должны... Хорошо, едем, все, все хорошо пока. Вбили нафиг. Мы не туда куда-то проехали. Значит, а, как туда попасть? А зачем обратно поехали? А, мы иду куда-то... слушай, нам не туда. Ну-ка, давай, едь вот туда прямо. Прямо? Да, у вас машина горит. Да. Назад. Я прошу прощения. Ребят, мы без колес. Да, давайте, вы тогда... Да, давайте. Бежите за нами. Да, даем. Вы показывайте дорогу просто куда и все. Да, по-моему, прямо... Ай, кидается, кидается, ай. Ай-яй-яй, больно кидается. Ой, сзади, 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 сзади. Тут должен быть поворот направо. Я не пойму, где. А может он наверх, тут мост какой-то сверху? Да, на мост он как-то попасть, но я не пойму как. Блин, надо найти. Что? А, он штыком бьет. Штыком бьешь? Ты умираешь, да. Ты, господи, давай, что ж такое? Давай, давай, жирный какой. Вот, лут смотри. Забирай, лут. А, лут, ну давай, иди. А может наоборот, спать. Вниз, вон какая-то дырка. Не. Блин, куда идти-то? Чё-то мы заблудились, да? Мордоплюйчик! Какие клёвые названия у мобов-то. Давай, Мир, садись. Чё-то так. Пока какие-то проблемки. Тут нет проблем. А мы не можем найти ход, да? Да. Вот, смотри, Сербин, карта мутная справа. Ну тут справа ничего нет. Но мы типа не обследовали эту еще территорию. Ребят, кто хорошо ориентируется, давайте вы карту посмотрите. Мы с Сербином не можем сориентироваться, когда попасть. Не, я понимаю, надо вот так вот, так вот, так вот, так. Вон же мост начинается, надо вот это объехать. Вот ну, этот на мост, наверное. А, ну да. Мира, смотри. Надо вернуться сейчас назад. Вот а, туда. Мы его сейчас и так с тобой подберем, смотри. Блин, только вот проблема пройти через... Кстати, эти два ребятенка могут нас толкать, в принципе. Да? Ну, в принципе, могут. Толкайте, толкайте, ребят, толкайте. Нормально, мы сейчас, давай, сейчас сначала вот этих всех убьем. Все, о, супер. Ой, ой, лезут, лезут. Тихо, они тихо, бесконечные, тихо. Они тут да. Размножаются. Тихо, 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 не борзи. Разве тихо. Можно так активно размножаться? Алекс, Алекс, ну-ка, ну-ка, поедь прямо. Вот прям ровненько. Вот прям? Вот прям в меня. О. Давай, еду в тебя. Давай, давай. Все, поехали, веди нас. Давай, давай, выйдем, выйдем, выйдем и это. Ну это только по прямой, если ты повернешь, мы... Давай, давай. Давай, сейчас. Поехали. Шикарно. Отлично. Идеально вообще. Как на лыжах. Сейчас нам налево надо, по-моему. А-а-а! Неплохо, да? Итак. Там слева должен быть мост. Налево. Нам налево, туда вот. Ой-ой-ой, пойдем добежим, там, по-моему... Так надо бежать. Да, Сирвин, пойдем добежим. А, на какое лево-то? От вас налево, а от меня было направо. Ну нам вон туда, да? Блин, птицы, давайте мочим птиц. Птички немного мешают. Ты не... Пойдем за машиной, говорю. Так иди, приезжай. Ребят, вы держитесь ближе тачки, да? Давай, катай. Как-нибудь. Подожди, катай. Я тут птицами активно занялся. А не, это Мира. Все. Мира, ты за рулем? Нет. Нет, за рулем я. Какой-то крутой. Я вообще офигительный щит какой-то нашел. Он, наверное, не подходит по твоему левелу, да? Так, куда дальше-то? А что, такой топор возможно? Да, но у меня есть сейчас модификация. Так едем, вот вперед едем. Нет, я подобрал, у меня все нормально, то есть работает. Повезло! Как же тебе повезло. Че, едем вот так, да? Не, мы должны повернуть, по-моему. Налево? Вот, да, и налево, да-да-да. И налево, и по дорожке. И вон туда, да? Едем так, давайте, по дорожке. Я вас покатаю тогда, давайте. Так, Щербонькин, я за тобой. Ты едешь? Уже почти, да. Все. Давай, давай. Ребят, нас стало больше. Сейчас все будет. Сейчас все будет хорошо, ребят. Там кто-то размножился. Мост нашли. Нас стало больше. Так, а может, трамплин, смотри, смотри, смотри. А, нормально. Тихо, тихо, снимай, снимай, смотри. Блин. Молодец. Да нет, ну это вам не GTA, ну я вас умоляю. Я надеюсь. Поехали, 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 поехали. Так, поехали, мы заводим, давай. Так, вот сейчас едем, едем, и вот сейчас должен быть заезд на мост, вот он. А вот он, да. Вот мост он, да. И на мост. Что-то пока... О, опаньки. Видали, как я усвоил, да? Все. Молодец, молодец, красавчик. А то сейчас будет много врагов.
Тут их очень много, да. Вот, Щермин, давай ты будешь сидеть за гранатометом, прикрывай нас отсюда. Давай. Я паркану. Паркани. Вот так. Так, а ты, кстати, тоже Миру где-нибудь оставь, пусть она стреляет с гранатомета. Давай. А я жестокуса не смогу вызвать. А, ну, кстати, да. А тут больше некуда стрелять, тут один проход. Ну, ладно. Тогда пойдемте все вместе. Щермин, давай. Все, тогда выходим. Пошли. Эй, держи пулемет. Ничего тут, я больше не хочу. Вот он жарит. Горячий мужчина. Я стреляю. Так, гранатку ловите. Так, турельку ставлю. А, Щербин, ты можешь сесть за место водителя, ты сможешь ездить и стрелять, точно. А, вот да, кстати, на цепь пересажу. Пересядь тогда, да. Ай. Тихо, не лезь ты в самую кучу. Я вот издали... В самую кучу, я бы сказал. В самую кучу. Так стрелять? Что за... А, мышкой управлять, фу ты, блин. Я, ну вот, как раз об этом речь и идет. О, ребят, у меня хорошая новость, мы сможем сейчас благополучно переместиться в другую локацию, потому что я добежал нам туда. Давай. А ты умер. Блин, я при смерти, я не могу так переместиться. Сейчас. Молодец. Ну сейчас. Ох, твою. Ух, отправиться. А че он не отправляется? Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Надо убить всех. Блин, не. Мы так не отправимся. Ничего себе. Все будем живы, портнуться и выжить. Хотя, с точки зрения прокачки, нет. Давай, ползи. Только я немного вход заблокировал. Да ничего, нет, мне самое главное было отползти. Ай, меня жгут. Стохни, отлично. О, борьба за жизнь, вы что гоните? Давай. Тихо. Блин, я умер, да что ж такое? Ой, жарит, как он меня, жарит. Ой, блин, я умер, а я сейчас где, блин, окажусь-то, ё-моё. Я сейчас буду черти где. О, нифига, он взорвался. Илья, можешь не портнуться, пожалуйста? Ай, я сейчас умру. Нет, борьба за жизнь. Я умер. Всё. А нет, я ж прямо здесь, ё-моё, в какой честь. Борьба за жизнь. Ух ты, чья-то тачка взорвалась, нормально так. Эй. Иду. Фу. Я возродился. Почти. Бегу. Почти всех убили. Эй, спасибо. Да не за что. Жестоко сплю. Робот. Угу. Умирать это модно? Да, конечно. Так, отлично. Я что-то подбирал, поэтому я могу вам что-то дать. Нет, ничего не могу, все говно. А, нет, пистолет хороший. Фу, нормально. Ладно, ну хоть там. ТП-шнемся? Угу. Давайте, ага. А отправляемся через три. Давай. Один. Все лет мороженое. А что мы тогда там делаем? Блин, сейчас эти планеты горит, смотрите. Фига. Звезды. Магазинчик. Ей! О, красота. Кто-то уже бежит, орёт. Так что, у нас там боеприпасы? Берём, да? Щиты новые есть. Нет свободного места, да. Может, что-нибудь мне продать? А что мне продать? Влад Серб, спецназовец, облик, модификация, при активации открывает доступ к этому облику в системе. Блин, вы все закупаетесь, я не могу выйти, вы меня заперли. Не добивайте. Кто там уже умирает? Да я чуть-чуть. Если что, я тебя страхую. Ну, ладно. Ладно, давайте я... А, блин, я тебя сбил. Заморачиваться? Ёлки-моталки, у вас там уже война, а я там... Чё-то мне не нравится этот пистолет, я его продам. Да, ты не лечишься! Я встал. Да, все. Лично? Так погнали. Следовать знаком кровомесов. Один из семи. Какие знаки? А, нужно идти по меткам, в общем. По меткам идти? По меткам. Тут есть лут. Вон, туалет. Уже вижу туалет. У туалета. Есть оружие и... Туалет не открывается. Туалет закрыт. Откройте туалет. Я тоже хочу пипи. Чемоданчик. Ну, зато да подождите меня. Блин, почтовый ящик. Лут дайте мне. Что там за планета такая какая-то? Пойду я тогда вперед. Ладно. Там есть лут и враги. И будет весело. Туалет. Лагерь гнойника. Ой, лут. Какой лут тут, враги? Это разбить вы. А, да-да, они сейчас взрываться могут. Уже веселитесь, да? Да, уже. Вовсю. Держите. Ничего себе. Ёмана. Блин, забывай про способность свою. Ох, твою налево. Неплохо так. Отлично. Борьба за жизнь, нормально. Эть. Голиаф. Блин, я опять жестокус убил. Да хватит, тронуть моего жестокуса. Отлично. О, жилочка. Опа, нормально, спасибо. Да, я что, побежали дальше. Тут не досмотрели, побежали, да? Бегите. А, обнимётик. В обход. Да. Свои, ё-моё. Ой, что-то поджигателя мои огневые патроны не действуют. Ого, ничего себе, он меня долбит. Ты всегда долбит-то, а?
Ничего себе, меня долбит. Вылез, как-то я не туда пришла. Ой, я что-то в толпе врагов, мне кажется, я немножко не там, где мне нужно быть. Это фанаты мира твои бедят. Фанаты. Слишком агрессивные фанаты и жаркие. Кто меня сзади тут? Ты, малыш, отстань от меня. Ох ты, зараза. У меня патроны кончились. Анна, патроны для лохов. Ой-ой-ой, в меня жарят. Не надо так очень говорить. Блин, а вот теперь меня реально жарят. А тут тебя втроем жарят, жесть какая. А что ж вас там всех жарят-то, а? Шашлык такой. Меня кого-то не жарит. Да иди тут втроем на Алекса. Ёбана, я понял, о чем вы говорили. Я тоже. Я понял, о чем вы. Нас всех жарят, ребята. Я только что понял, что я пушку не туда поставил. Нет, я сейчас сдохну, все, я дохну. Тварь, я малолетний. Ах ты, зачем меня пуляешься, зараза? Надо же. Ты сейчас кого малолетний твою-то назвал? Да тут эти бегают, огненный коротыш. Да вообще, он борзый. Урод, да? Кого-нибудь убить, пожалуйста, срочно сдохни, плиз. Мне нужно возвратиться. Только, давай, сдохни, пожалуйста, сдохни. Чуть-чуть. Сдох, еее. Жестокость, добивай, малыш. Бегу. Борьба за жизнь, нет. Жестокость, помогай, милый, пожалуйста. Я сейчас могу спасти мир. Полторы штуки у меня. Я тут внизу. У меня все, у меня патроны ноль. Нормально, бегу. Перезарядка, дурак. Фу, второе дыхание. Ай, кочевник полными жизнями. Черт, вы тут лута напропускали. Здесь лута полно. Да какой лут тут, враги по везде. Подождите, я тут бегу сейчас. Ай, сейчас только лут соберу. Я как Кира стал, знаешь, у меня тоже, блин, болезнь. Я к тебе веду, друзей, помогай. Ай. О, спасибо за патроны. Как вы можете патронами меняться? Меня тут жарило. Они сами прибавляются. Ай. Ай, отстань, зараза такая, мелкая. Ей, девятый уровень я. Завалили. Завалили квагу. Не плохо еще. Локация, я могу сказать. Вообще-то, это вам не на расслабончике там, блин, ходить по городу. Вроде было как-то немножечко. Пришел, нахрен, пришел еще один жарщик. О, давайте. Пришел. Тихо. Ой, будет жарить. Ой, я подкидаю турельку. Все нормально будет. Сейчас я жарили, да. Все нормально. Надо было поставить, точно. Я его отвлек. Ай! Ты был прав. Так его. Давай, чуть-чуть. Thank you very much. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ах, меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Понял твою мать. Давай, да что ж такое, только я хотел, блин, турельку установить. Зараза, и не успел этого сделать. Борьба за жизнь. Поделать. Борьба за жизнь. Вся жизнь это борьба, да. Извините, ребят, я не могу. У меня 9 хп осталось. У меня борьба за жизнь, я сейчас сдохну тоже. Второй раз уже. Я спасаю. Но это не страшно, тут, в принципе, телепорт рядом, так что. Давай чуть-чуть, давайте, добейся, пожалуйста. Ей, второе дыхание. А потом мы кончились. Фу. Ой, здесь такой большой хрыч. Да, вот он меня и убил. Он очень вообще тут просто кошмар. Встань от меня, я тут пособираю лучший лут, пока ты за мной гонишься. Кого? Все, я умер, я умираю. Мир. Что? Спис. А, бегу. Спис. Спасибо большое. Сейчас все подумают, что мы хиппи. Мир. Ребят, я к вам пришел сейчас спасать. Ух, ё, да до вас тут. Какие звуки? И интересно только что были. О, вот это сколько. Ой-ой-ой, что они в меня-то все? Как так? Почему вас так много? Я так не играю. Хе-хе-хе, так, винтовка. Борьба за жизнь. А, вот почему. Няшечка. А, сдохни! Да есть! Да есть! Ну я его не успею добить, конечно же, да? Так. Добейте жирного добейте. Добиваем, чуть-чуть, у меня борьба за жизнь. Ваша борьба. Ей! Второе дыхание. Умри, завали, что ли, ё-моё, а? Не, я побегу к вам, ребята, у вас тут побольше. Ой, что они тут все столпились, жесть какая-то. Я их вообще, пыщ. Я уже не понимаю, кто тут свой, кто чужой. Кидай. Хорош. А вот и моя старушка. Остался один враг буквально. Алекс, ты зачем? Ой-ой-ой, великий экспериментатор. Там было написано «разбить». Я решил Каково? А поднять, не поднимать. О! Во, нормально. Так, сейчас я навык потрачу. Там просто было написано на ящике разбиться. Правильно. Я думал, там лут внутри, кто его знает. Окей, ладно. Тут еще где-то чуваки есть. Да вот я... Ребята! Там с этим бегает. Ого! Понял, о чем? Ого! Ой-ой-ой-ой-ой! Ого! Вот это красавчик! А что у нас такого беспалевного места? Новый уровень. Пошку стрелили.
У него новая, блин, голова, что ли, выросла? Ребят. Что это было? Ай-ай. Мира, кто-нибудь, Илья. Меня поднимают. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты что, робота мочишь? Давай. Куда бы ты побежал-то, скотина? Блин, я убежал, главное, нормально. Я тебя понимаю, все. Спасибо. Как вы убили-то его? Я его этой гранатой мощной убил. Так мы не убили, вон он. Нет, это другой уже. Ой, давай чуть-чуть. Куда ты бежишь, зараза? Тут какой-то... Хватит бегать. Завалили. О, ребят, я, кажется, смогу вам сейчас хорошо помочь. Тут снайперка на крыше лежала, ее никто не взял. Я сейчас вот... Я ее не стал брать, потому что это снайперка. А я возьму и сейчас вам помогу. Тут уже как-то нечем помогать. Уже все. Так, а что нам, куда нам знак тыкать? Да, смысл мы... Так, вы тут уже все облут... А, ну кто-то лут вот этот вот не взял. Почему не взяли лут? Это валяется. Это все вопросы. Я вот тут вот. О, девка. Я вам патроны подниму. Девка. О, лут. Нет, не лут. Так, это телепорт. Туда я не хочу, хотя хочу. А я хочу, а скорее всего, да, я хочу. Хочу опять по крышам бегать. Бифштекс? И бухать? Не, бухать не надо. Бухать не надо. Здорово. ЗОЖ. ЗОЖ. Использовать повторно? Что использовать повторно? Алекс, сзади! Ой-ой-ой-ой-ой! А я так чисто хотел по незаметному кнопку. О, что это вы там все? И лут заодно. Отдыхайте. Бегу. Кому-нибудь. О, перфект. Перфект. Блин, его бы дострелять бы, и я бы его добил бы. Перфект. Не перфект. Готово. Перфект, не перфект. Там просто лут был, я уже им... Им уже заинтересовался лутом, а тут, понимаешь, и это стоял. Я думал, он меня не заметит. Ну ладно. Все, окей. Чисто ептомар лут. Ой, тут какие-то эти паучки. Паучки, но они няшечки. А, фу, пауки. Маленькие. Хотел. Это не так, пауки, это как крабики. Я к вам... прелесть, а? Я прошу прощения, нашел клёвое оружие. Ой, бегут на меня! Ай, зря я здесь появилась. Ой, ничего себе! Ты там расплевал. О, блин, мне новый уровень дали, девят. Не знаю, что новый. Ой-ой-ой, горю. Ребят, спасаю! Давай. Жестокус. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты че гонишь? Тихо. Ну-ка, иди сюда. У меня начни ствол, я вас сейчас буду спасать. Мощно. Я прям мощно. Я по 140 хп сношу. Что? Ничего себе! Где ты достал такой? А, ну, там, пока вы гуляли, там был закуток такой, и там... Так, знаете, кто-то мертвый валяется. О, я тоже так. Я уже нет, все нормально. Блин, зараза, а? С моей-то пушкой. Ой, вот я сейчас буду мертвым. Сейчас помогу. Ой-ой-ой, какой здоровый хмырь вышел. А что не лечится? Лечись. Бейте его лучше. Ладно, бью. Алекс, спасаю. Надо его добить, пока он... Хорошо. Я пока пытаюсь... А чего это он вдруг... О, ега. Вот поэтому я подумал, что лучше тебя лечить. Что-то они между хилился, собой, а чего они между собой почему-то дерутся? Дебилы, что ли? Внимание. Я вот тоже удивился, думаю, что они делают? Стреляешь, что ты? Алекс, я сзади. Бегу. С него что-то выпало. Дровик, подбирайте дровик, у него не нужен. Да не нужен благодарить. Слушай. Все, благодарю. Ага. Благодарю. Так, что? О, сколько патрон. Ничего. Отлично. Неплохо так взяли. Так, здесь лута, ребята, полно. Мира, ты пропускаешь много чего? Я нет, я дохлая валялась. Какой пропускаю? Я подобрал какой-то по квесту херни. По квесту что-то подобрал? Ты поаккуратнее подбирай. Могу дать вам автомат. Да мне, в принципе, хороший. Ну, как хочешь. О, водичка, я искупался. У меня есть автомат и два хороших пистолета. Относительно. Ой, дальше стрелять. Вот враги, аккуратно. Лови мою турель, козел. Я раскидываю топорик. На, тоже мою. Жестокус. Малыш. Ай-яй-яй! Я топориком. Короче. Че, кому помочь? Готов. Все, завалили. Ты... Ничего себе, неплохо так. Кстати, да, Алекс, ты можешь заранее забрать эту роль, она быстрее восстановится. Угу, я понял. Нет, иди сюда, Майрац. Давай. Прекрасно. Я прочитал не жестокус мбофилки, а жених мбофилки. Это что такое? Это почти одно и то же. Ну, в принципе, не знаю. Ну, я бы на таком не стал. Почему? Он очень очаровательный мужчина. Опа!
Я просто не знаю, как он там готовит, как он похарачит. Очаровательный главное железный защитит. Мужик, да? Главное, защитит от всего. Ну, блин, ты... И капа, неутомимый, что? Железный, неутомимый. Он будет, ой, там очень плохо, очень. Ой, там очень фигово, да. Очень фигово, да. Да, я вижу, там очень все. Я оказался в самом пекле, а как меня убить? Я отнимаю у ребят аж 65. Я по 17 им бью. Я по 35. Он за мной бежит, зараза. Я ему на один удар. Вы знаете, что это толку от этого мало, что я у него отбираю по 65. Да, вот именно. Меня, конечно, лечат, это все прекрасно. Блин, он вообще что ли не подыхает? Бежим, бежим, бежим. Бежим отсюда нафиг. Так, турель, турель, ставь турель. Я бегу к кому-то, помогите. Вот за мной бежит один хрен, где он там? Ну что, пытается ее взорвать, что ли? Уже ушел? Ё-моё! Он уже там где-то впереди, видимо, остался. Я ни хрен ты что. Не убегай, чувак, стой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, он... Я на него сел! Скорее, спасай, блин, ребят, можешь кого-нибудь убить? Я не могу никого убить. Я почти добежал, сейчас будет тяжить. Чёрт, он сейчас кидается. Чуть-чуть. Алекс, спасибо. Ничего. Я вот тут... Гранатку ловить. Блин, никакая нахрен турель не помогла. Осторожно! Алекс, держись! Я кидаю! Я не могу! Держитесь, сейчас, кого лечить? Офигеть, меня просто! Мобафит, друзья! Тихо-тихо-тихо-тихо! Я дохну! Черта, меня грохнули! Ничего себе! Жестокость, давай! Давай жестокость, малыш! Гранату кидаю в него! Две! Давай! Боепропасы закончились, вот это жесть! Доп, ну... Ой, я, кажется, его на себя согнал. Нет, ну слушай, тебе классно, что у тебя железяк на него... Ну да, он всех агрит на себя. Да-да-да-да-да-да. Ай, ё-моё! Блин, держись, блин! Только... Железяка застилила у меня. Так, значит, получается, мы остались только... А, подожди, где Алекс? Я бегу, я умер, я бегу к вам. А. Я сейчас тоже побегу. Мы с Мирой пока лучик собираем. Все правильно? Да. Все по фэншу. Я чувствую задницей, что здесь есть что-нибудь. Все как обычно. О, сохранялка, все отлично. Может, там полчасика не прошло? Да, прошло. Да, прошло. Прошло уже. Давайте загрузимся, пока есть возможность передышки. Давайте. Да. Я только до вас добегу, да. Я уже близко. Я тоже. Вот, я вас уже вижу. Мы тут с Мирой вас подождем. Я почти тоже. Я бегу. Беги. Ждем крутого чувака. Да я вообще, смотрите, я псих. Ты просто супер. Да вот я вижу. Это ты всех прибежал, да. Только не на меня. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки. Лайки, комментируйте, подписывайтесь, ссылочки на все каналы будут в описании к видео. Мы еще вернемся в эту игру неоднократно. Вернемся, и не надо меня бить. Всем пока. С новых серий. Всем удачи, всем пока, ребят. Всем пока. Всем пока.